Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,5% годовых. Такое решение в Фининституте приняли на основе обновленных прогнозов, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции. Там ответили, что плавное снижение продолжится при дальнейшем замедлении инфляции. Свое решение по этому поводу представители Нацбанка объявят 6 октября. Отмечу, базовую ставку в стране снизили впервые за 3 года.